have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет-привет! Итак, мы с вами в Mad City, и эти ребята клепают обновления, как горячие пирожки, буквально каждый день. Чему я несказанно рад. Этот режим мне очень нравится, и как бы изначально когда-то мы начинали играть в Jailbreak, но Jailbreak застыл на месте, а Mad City продвигается вперед огромными темпами. И поэтому мы сегодня опять здесь. У них есть новая вертушка. Вот, называется она Кобра. Это очень странно, потому что это не Кобра, это Ми-24, по сути. Вот, стоит он 2 ляма. Если вы на секундочку подумали, что это мой, я его купил, ха-ха, нет, извините, у меня 2 лямов нету. Вот, но... наш дружище, наш младший кот, купил себе реактивный истребитель. Чему мы можем порадоваться. Также можем насладиться этим великолепным полетом. Звук не так хорош, я с вами согласен, но, ребят, это быстрый способ передвижения, и тут есть ракеты. Также появился новый суперзлодей, появился новый супергерой, пришла весна наконец-то, ну, не то чтобы наконец-то, не то чтобы я этому радовался, мне лично снежный город нравился больше, но в данном случае... Оу, я пойду переоденусь, что-то мне оранжевое не очень нравится, уже не модно. Пойду одену нормальную одежду. Так вот, ребятушки, да. Парковка. А это что за чувак? С ним можно поговорить? Ага, он предлагает маску и сумку. Ха! Ёлки-палки. Я вас понял, хорошо. Они стоят, кстати, не так дорого, до 20 тысяч. Это маски. И мне предлагают поменять мою сумку на... Почему-то написано фиолетовая, но она синяя. Медная, желтая, красная, синяя. Вот почему синяя и фиолетовая не отличаются. И розовая. Розовая сумочка для тех, кто ходит с чихуахуа на ограблении. Окей, учтем. Я не знаю... Не вижу пока что смысла, хотя, в принципе, это хорошая тема. Знаете, почему я это пока что не буду делать? Я тут затеял небольшой ребрендинг, ну, то есть, я хочу немножечко... Ой, блин, я не то хотел взять. Не ту пушку хотел взять. Есть рожок. Вот. Я собрался немножечко поменять скинчик в ближайшее время. Собственно, джинсы я уже поменял, но это мало заметно. Вот, оно будет полностью заметно, когда весь мой скин будет в сборе. Сейчас мы полетим на особом транспорте. Так. Ну-ка, давай-ка. Что это за... А, издалека это было похоже на что-то другое. Зачем ты меня выкинул? Я тебя не выкидывал. Ты меня выкинул. Спасибо. Мы хоть... Нет, мы в тюрьме начинаем. Вот, вообще суперски. Так, ребят, смотрите, первый способ, как тупо слиться. Смотрите, вот так это делается. Берешь, садишься в транспорт своему другу, ждешь, пока он разбомбит супергерой, а оказываешься в тюрьме. Хопа, профит. Я хочу показать особый вид побега. Особый способ побега. Я его называю белка-летяга. О, я нашел пластик. Это такое, когда ты как из мультика вытаскиваешь любую вещь из кармана. Прикольно. Так, что для этого надо? О, у меня есть ложка, пойдем. Нужно идти за мной, чтобы это сделать. Ну хорошо, пойдем, в крайнем это случае. Гораздо быстрее, чем ложка. Ну давай, я не против. Быстрее, чем отмычка какой-то, парня. А вдруг мы вам сейчас реально покажем новый способ. Так, тут ребята тусят этот тюремный твист. Хоп. Смотри, берем, делаем вот так. Садимся. Ложимся. Да, ложимся. Достаем телефон, делаем вот так вот, ну? И прыгаем. Способ побега, ничего не скажешь. А теперь иди к ней, мы сейчас будем плыть. Зачем плыть? Потому что
потому что... О, у меня открылась эта награда новая и уровень, и это... Опа, ну сядь уже. Я нажал сесть, но что ты делаешь? Вот поэтому я не хотел плыть. Ну ладно, поехали. Отвези нас, шеф. Прикольно, мы получили новый уровень, и практически сразу есть опять новый уровень. Я не знаю, что ты говорил, потому что я ничего не слышал. Ребят, в общем, со звуками здесь, ну не знаю, нет, звуки-то они настоящие, конечно. Когда ты летишь на самолете или плывешь на какой-то лодке, то... Короче, чтобы передвигаться по Мэд-Сити и при этом хоть что-нибудь записывать, как мы это делаем сейчас, лучше пользоваться вертолетами. Они здесь очень тихие. Вот. Ну не подлетай ко мне, пожалуйста, на этой штуке, я не слышу ничего. Я пытаюсь улететь наоборот. Давай я пошушу тебе на... Слушай, вот кто у нас комар, понятно. Вот кто такой ночью подлетает к тебе. Ты хочешь спать? Уйди. Нет. Давай в бан. Стоп, я забыл поменять свой костюм и взять оружие. Так вот я тебе про то же. Я сейчас лично за пушкой лечу. Так вот, ребятки, собственно, то, что я начал вам говорить, собственно, 3 года назад, то, что снег ушел. Здесь, наконец, наступила весна, хотя я этого не особо рад. Снежная атмосфера мне нравилась больше. Но, опять же, разрабы, вот эти ребята, которые клепают Mad City, они молодцы, потому что они постоянно вносят обновы, новые ивенты, новые машины, новые средства передвижения, какие бы они ни были. Опять же, новая вот вертушка, которая появилась за 2 ляма. Новое ограбление, новое, куча всего нового. Большое им спасибо за это. Получается реально круто. Да ведь мне так сильно нравилось сбивать снеговиков. Снеговики, что тебе сделали снеговики? Не знаю, мне просто нравится. Так, банка. Банка. Банку уже грабят, но грабить ее начали недавно. Вот, опять же, все ограбления, это мы еще с прошлого раза видели, поменялись, потому что теперь у нас есть сумки, в которых мы тащим наш хабар. Вот, все это выглядит очень прикольно, очень реалистично. Теперь добавили чувака, который торгует, собственно, сумками и масками. Да блин. О, суперзлодей здесь. Все взял, кроме оружия. Молодец. Я взял хакерскую клаву, я взял свой шар, я взял свою шляпу, я поменял одежду, но ни в коем случае не взял оружие. Банк стал грабить гораздо сложнее, если что. Вон, чувак тут и остался на лазере. Да где это дурацкий полицейский? Я даже не знаю, кто это. О! Тут деньги сами накладываются, не надо нажимать, не надо ничего, просто заходишь, такой, опа. Ты серьезно? С сумкой танцевать? А нет. Так, сколько у нас там банк приносил? 3000? Да, 3000. Что это такое? Просто не спрашивай меня. А зачем мы обратно бежим? Там нету побега с другой стороны? Я хотя бы карточку возьму. Какую? Ну, от полицейского, которого мы убили. А, вы убили тут этого, или полицейского? Да. Все, валим отсюда. Поиграл просто 3 минуточки. У меня уже сообщение 73. Гони, шеф. Собственно, игра, в которой воры улетают на вертолетах от ограбленного банка. Но я не скажу, что полицейский здесь беспомощный. Нет, тут все равно есть очень большой шанс, что тебя арестуют или убьют, и ты окажешься... Ну, собственно, как это и оказалось у нас случайно. Ну, спасибо! Я не виноват. Убери свой тарантас отсюда.
Меня зажало вертолетом, меня зажало дверью. Че меня еще зажмет сегодня? Так, 18 уровень к нам приехал. Хорошо, хоть возьмем нашу одежду. Так. Корабль приплыл. О, давай на корабль. Что еще? Я тебя задавил. Нет, я успел выкарабкаться. А, он уплывает. Не-не-не-не-не, все, забей тогда, мы не успеем. Мы не успеем. Нас сбросит сейчас. Давай полетели в другое место, пожалуйста. У нас, кстати, еще не все уточки найдены. Да. Я, кстати, знаю, где одна уточка. Я ее сам нашел. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Где-то на крыше стопудов. Блин, на кране нет уточек. Вот такая хорошая идея. Вот кран желтый, уточки желтые. Это было бы неплохо, да. Так, что у нас сейчас открыто вообще? Открыт. Корабль уплыл. Странно, утро наступило и все закрыто. Красиво. Это нормально. Каждый день такое происходит, да. Это нормально. Банку слишком много раз грабили, поэтому она не может быть больше открытой. Мне такие интересно, как жители на это реагируют. Знаешь, только пришел, положил деньги в банк. Бах, банк ограбили. Такие, да сколько можно? Через 20 минут опять банк ограбили. Блин, а я думал, на этот раз их не ограбят. Теперь вижу. Квай. Главное, когда пытаешься крякнуть уточку второй раз, они говорят, нее, ты эту уточку уже крякал. Не стреляй в меня. Я не в тебя стрелял. Я в воздух споткнулся из-за тебя. Круто. Все из-за меня, я так и знал. Итак, пожалуйста, посмотрите направо, посмотрите налево. Мы пролетали мимо известных египетских пирамид. Теперь мы подлетаем к злодейскому логову. Ну, вернее, иначе что это такое? Супергеройское логово, злодейское логово? Супергеройское. Супергеройское. Теперь оно выглядит вот так. На большом острове. О, герой, герой, нужен, нужен. Да не стреляй в него сейчас! Знаешь, что ты его все равно не больше. Почему? А потому там стекло, что ли? Потому что? Потому что... Да блин! Ты его спугнул. Я его спугнул. Тут хороший лоб был. А ты просто взял и спугнул. О, суперзлодей. Вообще, вот эта тема с суперзлодеями мне нравится. Так, нам... А что это за... Что? Трос. Погоди. Я могу на нем уехать, нет? Я тебе могу кое-что показать. Ладно. Ладно. Что сегодня со мной такое? Второй скаут уже так... Я, короче, спауню скаута, и он такой улетает с крыши. Оп. Ты этого не видел? А? Вот. Я из банка туда... И стой! Вот так вот лучше. А погоди, я сейчас кое-как сделаю. Все, я буду вот так вот. Как хочешь. Все, лети без меня. Давай, садись уже. Нет, не в эту штуку. Пусть стоит для красоты здесь. Да. Зачем тут вот... А, это из... Стоп, это из банка побег? Да, я тебе показывал, вот смотри. Точно. Подойди вплотную к окну. Вот, подлети. Повыше немножко. Вот. Во-во-во, да, чувак поехал. Решил нам продемонстрировать, спасибо. Да. Дерево было синим, оно не было синим. Оно было синим. Да? Да. Да. Просто зиму оно казалось другим. Видимо, да. Зима была длинная, мне это нравилось. Я думал, у меня к вертолету снизу что-то прилипло. Это были твои ноги. Они торчали сквозь днище, серьезно.
Я такой, что за желтые этикетки у меня на вертолете? Откуда у меня маска? Ты купил? Я не покупал маску. Покажи. Ты купил, поздравляю. Я ее не покупаю. Ну, она к тебе прилипла, значит, ты купила. Знаешь, как на курорте, когда ты отдыхаешь, только что-то взял в руки. Все, ты это купила, давай деньги. Что ж, в любом случае, это тоже классно. Так, кораблик приплывает, наконец-то, пойдем. Я хочу грабануть корабль. Как гряблик. Ведь я могу показать способ, чтобы ты не проходил это лобби и просто взял. Кого? И грабил. И у тебя даже не было мультификатора, что ты грабил корабль. Смотри. Это потом нужно было делать, когда корабль уже приплывет. Просто нужно было вот так вот свой ящик желтенький ставить, а потом сбоку, справа, слева. Ну так мы сейчас наверх и приземлимся, тут не надо. Я не знаю, тут существуют, конечно, эти препятствия, но кто их когда проходил? По-моему, у всех жителей Мэд-Сити уже есть и вертолеты, и самолеты. Ну, то есть, самые новички, которые приходят, у них ничего нет, да, я согласен. Но сейчас, например, вот корабль швартуется, ты просто делаешь вот так, вот так. Я просто сбоку вот так вот подошел, и я граблился. Угу. А, ты начал грабить до того, как двери распилились? Да. А ты хитрый лис. Нет, я просто YouTube много смотрю. Тот самый момент, когда слишком долго смотрел YouTube. Ууу, да, я украл чувака тачку. Вот и этот Aston Martin. Я выиграл, я только что получил на 18 уровне вот этот вот цвет, у которого у чувака была тачка покрашена. Чё? А. Этот мосок не упрямляет. Все мы тут цветы такие. А, мне нравится, блин, способ выпрыгивания с вертолета. Всегда вверх. Жди меня. Да я здесь. Здесь. Как мне маску снять? Никак, все. У меня тоже красная маска. У меня тоже красная маска. Видимо, это наша базовая маска. Стоп, погоди. Тогда я готов потратить деньги, чтобы купить маску. Почему? Потому что... Я буду ходить в этом красном лице и пугать людей, короче. Все будут думать, что я вернулся с моря, у меня сгорело лицо. И я такой... У меня не показывается маска, это навсегда. Эй, красноликий. Ладно, ребятки, тогда на вот этом вот моменте мы с вами, наверное, и закончим эту серию. Нет, смотрите, обновленька довольно ржачная. Добавили несколько прикольных штукенций. Приходите, смотрите. Вообще, Мэд-Сити — это крутая штука. Ну, по крайней мере, мы рекомендуем. Хопа, хопа. Развернись, пожалуйста. Так вот, ребятки, все, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.